Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Сегодня у нас вторник, 20, по-моему, 6 августа. Да, 26 августа. И мы продолжаем с вами играть в игру Running with Rifles. В общем, я тут поиграл пока вне записи вчера, и мне дали звание, я теперь капрал. У меня теперь появилась рация. И у меня теперь один человек в распоряжении. Смотрите, я могу указывать, куда ему идти. Так, вот он, видите, он выполняет мои команды. Вот так вот, то есть у меня теперь есть управляемый бот. Так, что еще могу сказать? Радио. Можно, нажимая клавишу H, вызывать. Так, нормальными приехали. Вызывать. Сейчас я вам покажу. Минуту. Допустим, вызывать поддержку минометов, по-моему, орёт, да, сейчас потише сделаю, чутка. Такую технику сбрасывать, всякие там припасы, все такое. В общем, прикольно. Так, где тут моя эта пешка? Вот эта. Вот. Видимо, его убили. Я тут разобрался с оружием, как я и вчера и предполагал. Оружие дается, ну, открывается доступ к оружию в зависимости от звания. То есть чем выше звание, тем больше оружия ты можешь разнообразным оружием использовать. Так, ну ладно, все, перестаю болтать активно, блин, потому что меня тут убивают. Видите, уже 3 раза меня убили. Это не очень хорошо. Так, это чья? Это наша. Это наша. Еще я разобрался с этими всякими вещами. Помните, там были в инвентаре такие внизу, вот здесь вот типа всякие сигареты там и так далее. Это нужно для, в общем, хорошо, для того, чтобы вызывать можно было. То есть они дают всякие такие вот APR. Вот, эти APR нужны. Сейчас я вам покажу, отойду в сторонку. Чтобы вызовить, допустим, RP, то есть не PR, а RP, Reputation, вообще они дают репутацию. И она нужна, чтобы через радио всякие полезные штуки использовать. Вот так вот. Так, что у нас тут по карте? Надо двигаться. Раздаю случайно. Ну, не со зла, чувак. Я думал, он меня... Чёрт, там упал. Чёрт, я ранен, помоги! Эй, чувак, помоги мне! Устал. Мне на самом деле очень редко ранен, когда кто-то меня мог ранить, и меня обычно убивались. Так, вот смотрите, можно, давайте вызовем Sandbags, я не знаю, что это такое. Наверное, это Confirm. Так, смотрите. А, это у нас... Это у нас, похоже, какие-то эти, да? А, это можно, смотрите, это можно делать укрытие. Вот что это такое, крутая штука. Так, надо сейчас ребятишкам помочь нашим. Они здесь поставить. Залег, в общем, на крыше. Так, вот какой-то кипиш. Все друг друга взрывают, ничего не понятно. Возьмем РПГшку. М72.
черт. Убил меня. Гаденыш. Сейчас странно, сейчас РПГшки нет. Видимо, нужно именно брать оружие и экипировку в специальных ящиках на базе, тогда она сохраняется, но я не уверен, потому что как бы играю я недолго и всех тонкостей не знаю. Так, вот смотрите, берем сигареты, да? Ой, это нас не можем пока использовать. И вот они у нас здесь есть, видите, репутация 40. То есть нам всякие такие ништяки надо собирать. Там есть сигареты, есть порно-журналы, есть всякие картины, есть сигары, есть виски, есть мешки медведей, очень много чего есть. Черт, меня убили. Так, куда? Нам надо сюда идти. Можно, нажимая зажать shift, можно вот так вот идти. Иногда это, кстати, полезно. Ну, когда, допустим, нужно аккуратно заходить, например, в какую-нибудь городскую местность, или в городскую, в любую местность, нужно аккуратно зайти, а не бежать. Оружие новое, так. А вот ни хрена, пустой. Вот, давайте. Блин. Попробуем взорвать, хотел сказать. Так, что у нас? Вот, смотрите, виски лежит. Бутылка виски. Да, кстати, у серых, то есть у немцев, у них Г-36 или G-36 автомат. Вот, характерный, то есть. Волчек так лежал. Дурак тут постоянно под пули лезет, блин. Идиот. А, это мой, по-моему. Черт, меня снесло, Дженкинс! Долечи меня. Я буду звать его Дженкинс, своего единственного подчиненного солдата. Где он, кстати? Дженкинс! Вот он, Дженкинс, так ко мне давай дуй. Придурок. Придурок, Дженкинс. Опять этот out of sync.
Не знаю, что это за ошибка. О! Обновление вышло на Вердон. Надо будет потом глянуть, что там. Прикольная игра про Первую мировую. Всем советую. Сейчас они начнут писать. Возможно. Далеко бежать? Нет. Плохо, что тут нельзя колеса дырявить. Это бы намного облегчило. Гранатку немного. Много. Аптечку взяли. Причем, кстати, по-моему, опять та же карта. Нет, другая карта. Вот на этой карте я играл первый раз. По-моему, когда делал запись без комментирования. Есть, кстати, сервер PvP, но там никто не сидит, к сожалению. Поэтому пока что будем играть здесь. Почему эта штука, я не понимаю. Видимо, то можно сбрасывать. Вражеская, ну, ничего нет. Смотрите, была, по-моему. Да, точно, есть граната. Сейчас его. Ах ты! Блин! Стой. Чего не сохраняется? Вот интересно мне, блин. Как-то это странно все это работает, либо я не разобрался, скорее всего. Так. Все, взорвали воздух. Твою мать. Я еще, кстати, сегодня установил мод зомби. Пока что он доступен только для офлайна, для синглплеера, но я думаю, сделаю со временем поддержку мультиплеера. Прикольный мод. Наверное, в завтрашней серии вам покажу. Твою же один БТР-ку, например, Симпсон БТР-ку, говорю. ПГ-шку. Ну вот хрен ты с два. Не, игра на самом деле достаточно хардкорная, то есть... Не думайте, что она такая простенькая. Да твою же мать, а. Чё, конечно, боты... Они грешат читерскими способностями. Ну ладно, не будем оправдываться. Тем более осталось. Ну хотя нет, половина карты осталась. Это. Ч
чёрт. Валим, валим, валим. Чёрт, там жарко. Удобно мы так сели, но сейчас ненадолго, надо вступать вообще за дерево. Быстрее! Дженкинс! Где, чёрт возьми, носит Дженкинс? Атакуй давай быстрее, Дженкинс, мать твою. Черт, меня убили! Дженкинс! Дженкинс где-то там, я не знаю, что он там делает. Сопли свои резиновые жует, наверное. Так, мы должны закончить серию победоносным захватом вражеской территории. Черт, говнюк. Убил все-таки меня. Так, ладненько. Вот с 1500 очков будет новые всякие там прикольные. Я думаю, что будет новое звание, скорее всего. Оружие-то точно будет новое. Так, Дженкинс со мной. Граната как-то не очень. Похоже, она взрывается от соприкосновения вообще любого. То есть, если обычно она там еще какое-то время катится, то импульсная сразу в дерево попала. Ты дыщ. Положил всех своих. Так, что у нас? М16. Ну, такая же, да? Один в один. Что там было? Два. Два пер. Два там. Два репутации. Синяя твоя жопа. Ну-ка, если нам... не вариант. Я думал, можешь оплыть. Хотя можно, в принципе, сюда сплавить. Сплавать. Супер операцию провернуть. Так, где у нас там радио-то? Ладно. Сейчас будет супер операция. Попробую, если мне она доступна, лодка. Ни хрена подобного. У нас только эти. Тут уже 70. Стой. Черт. Дважды отстой. Жить до хрена народу убивает меня одного. Как вообще называется? Называется подстава. Что творится?
Хватит. Что это? А, это у нас типа это. Геймбер называется. Причем геймбой. Приставка. Так, лодки нет, ни хрена, да? А если можно еще диски? И чего это как-то называется? Так, не надо. Опять этот похоже был. Бак. Все, доездилась БТРочка. Блин, естественно, у меня пока нет, да, вот. Какого хрена, хотя вот эти штуки дают же много всего. Значит, они как-то не очень влияют на возможности рации поддержки. Черт, джип. Меня опять убили, я даже не заметил, как это произошло. Так, тогда давайте поможем ребятищам нашим и сделаем где-нибудь укрытие. Так вот, заберем аптечку. О, а я думал, вот. Это не лодка, ни хрена. Так, наша первая. Да твою мать, ну как так он, блин, пиздец вообще. Нормально. Это немощные зеленые солдаты. Элементарно. На первый этаж таким. Так,
Тут еще, кстати, заметили, если тебя убивают, то тебе отнимают очки. То есть тут, по идее, могут даже и повысить, если слишком сильно будешь лажать. Достал, сволочь. Скотина, сдохни уже наконец. Как он так убежал вообще? Мне уже цензурных ругательств начинает не хватать потихоньку. Дженкинс уменьшается постоянно, как придурочный то сюда ходит. Получать, сволочи. Достали уже вонючие петухи гамбургские. Черт, машинка испарилась. Гранатка. Так, кому там шип сдануть? Черт возьми. Никого не было. Не вовремя я это... Бежим! Густой лес, на самом деле, не просто вести боевые действия. О, фигуа лежит. Вонючка. Как он мне убил, интересно, если я был в укрытии? Что за бред вообще?
мешает, скорее всего, дерево мешает. Так, нужно за камешек побежим. Да твою мать, а? Сволочь, вонючая, я вижу тварь. Камешек нас спасает. Ребята, помогайте! Ребята, не могу! Ну, кто-нибудь помогите, я не знаю, снимите этих петухов. Придурки. Полнейший вообще. Так, и что это такое? Это опять, похоже, этот баг. Замечательная вообще вещь. Всем советую. Чё он там засел? И чего? У меня такое ощущение, что что-то с серваком случилось, потому что остался всего один чувак. Ну, в общем, что-то тут, видимо, произошло. Ладно, увидимся в следующих сериях. С вами был Макс Гюнтер. Всем спасибо. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока.